Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Торговый центр по Печорскому проспекту 56 сообщает о новом поступлении товаров. Обои и фотообои, панели, стеновые, клеенка столовая и термоклеенка, посуда эмалированная, а также из нержавеющей стали, комоды пластмассовые, зеркала настенные, подставки для цветов и обуви, товары домашнего обихода, лакокрасочные материалы. А также сдаются в аренду торговые площади и офисные помещения. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Протезирование зубов в современной медицинской клинике. Коронки от 2500 рублей. Мостовидное протезирование от 7500 рублей. Съемные протезы от 11000 рублей. Запишитесь на бесплатную консультацию стоматолога-ортопеда по телефону 30350. И о погоде. По данным Печорской гидрометеообсерватории, завтра, 25 августа, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 4-6 градусов, а завтра днем плюс 14-16. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи!